сочинском ЗАГСе ежемесячно проводятся заседания семейного консультационного центра. Ведь именно здесь ежегодно узами брака себя связывают порядка 3000 пар. Участниками сегодняшней встречи стали семьи, которые являются примером искреннего счастья и поддержки. Кирилл Гордон и Наталья Быкова вместе уже 24 года воспитывают двух дочерей и сына. Семья, конечно же, для меня это опора. Это надежда на будущее детей. Безусловно, семья – это большая любовь. Любовь к жене, любовь к детям, к дочкам, сыну. Семья – это продолжение меня. Продолжение нашего рода. О важности сохранения семейного очага, необходимости взаимопонимания, уступчивости, уважения и верности друг другу многодетные семьи рассказали сочинским студентам. Секретами своего счастья поделилась и Надежда Михайлова, для которой главной ценностью в жизни стали ее 6 детей. О важности крепкой семьи ребятам рассказала и заведующая отдела ЗАГСа. Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро. Слово «семья» имеет в своей основе корень «семь», имеющий отношение к продолжению рода, к воспитанию детей, что на все времена считалось главным предназначением семьи. Семейные ценности становятся во главу государственной политики. Создаются программы, благодаря которым молодые пары могут справиться с главными трудностями, возникшими на пути становления каждой семьи. В завершении встречи две показательные ячейки общества обменялись поздравлениями и подарками. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.